Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И я надеюсь, что это уже заключительное видео по теме данного пуловера из магазина AliExpress. И в этом видео мы с вами сделаем сборку деталей, свяжем рукава. И надеюсь, у меня получится сделать фотографии уже готового изделия. И смотрите, для того, чтобы начать вязать рукава, я рекомендую вам предварительно выполнить плечевой шов. Ну и заодно мы здесь продолжим, закончим вывязывать планку по спинке. То есть здесь у нас с вами будет все закончено. Почему я так рекомендую? Потому что тогда мы сможем надеть это изделие на себя и уже на месте измерить, какой длины нам необходимо связать рукава. Плечевой шов я буду делать при помощи крючка. Этот метод также еще называется, по-моему, метод 3 спиц, но я просто вместо 3-й спицы использую крючок. Смотрите, я складываю детали изнаночной стороной друг к другу. То есть у меня лицевая сторона, как бы вот видите, наружу получается. И шов у меня получится сверху, вот здесь вот будет проходить по плечевому шву косичка. Я решила сделать такое оформление плечевого шва, потому что по всем узорам идут похожие косички. Я думаю, что будет это смотреться актуально здесь. Если вы не хотите, чтобы здесь у вас была какая-то косичка наверху, вам детали изделия необходимо будет сложить лицевой стороной друг к другу. Ну, либо выбрать какой-нибудь другой метод сшивания. На крайний случай можно закрыть петли и сделать сшивание трикотажной иглой. Итак, давайте покажу вкратце, как делается вот этот вот шов. То есть вот видите, вот такая косичка будет у вас получаться. Вот у нас 2 спицы, петли плечевых швов переда и спинки на этих спицах. И я крючком захватываю сначала с одной спицы петлю, потом с другой спицы. Захватываю нить и вот так вот протягиваю через все петли. Давайте еще раз покажу. Смотрите, 1 петля у нас на крючке. Захватываем петлю с одной спицы. Внимательно смотрите, чтобы ваши петли были раскрыты. Ни в коем случае не получилось вот такое перекрещивание. Тогда будет красиво. Сняли с этой спицы петлю. Ниточка вот там внизу остается. И здесь на этой спице точно так же внимательно смотрите, чтобы петля была раскрыта. С этой спицы также снимаем петлю. Захватываем нить и продеваем через все 3 петли. Здесь обращайте внимание на то, что косичка не должна стягивать у вас полотно. И когда вы будете делать закрытие 2-го плечевого шва, обязательно сравнивайте, чтобы у вас вот эти вот петли были одинакового размера и плечевые швы получились также одинаковыми по длине. Итак, плечевой шов у меня закрыт. Вот так получилось. По-моему, очень даже неплохо, аккуратно. С обратной стороны это смотрится вот так. Тоже все идеально. Нигде никаких ниток не торчит. Здесь все ровно. Итак, смотрим. Вот у меня петли горловины спинки остались на спицах. Это у меня петли планки с одной стороны. Вот закончена планка, и я их пока убрала на маркер, потому что начинаю вот с этой стороны сейчас провязывать продолжение планки. Вот у меня петли планки на спице. То есть у меня здесь 6 петель планки и 1 петля, которая у нас вышла из плечевого шва. Вот эти петельки у меня на спице. Так как у меня ниточка выходит, то есть мы новых ниток здесь никаких не привязываем, у меня осталась нитка, рабочая нить у меня сейчас выходит из плечевого шва. Сейчас я провяжу планку в другую сторону. То есть вот эту петельку я сниму. Так, смотрите, чтобы она у нас там не перевернулась. Подтяну ее хорошо, чтобы нигде ничего у нас не растягивалось. И провязываю планку. Так получается у нас с изнаночной стороны. Далее поворачиваем вязание. То есть сейчас мы будем вязать туда-сюда. Вот что у нас получается. Так, первая петелька снимается. Тут все очень хорошо я подтягиваю, чтобы ничего не растягивалось. Далее провязываем петли планки. То есть вот они, эти 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крайняя у меня лицевая. И теперь мне надо вот эту петлю и еще 2 провязать изнаночной. То есть у нас всегда будет петля провязанная оставаться здесь на спице. То есть вот он у нас. Вот такой вот момент получается. Провязали изнаночной, поворачиваем вязание. Здесь точно так же хорошо все затягивайте. Развернули вязание и вяжем планку в другую сторону. Так, поворачиваемся на лицевую сторону. Так, снова все хорошо подтягиваем. Так, смотрите, вот снова у нас 6 петель планки. И вот она еще одна петля, которую мы провязывали 3 вместе в прошлом ряду. Снова эту петлю и еще 2 провязываем изнаночной. Хорошо затягиваем, разворачиваем вязание. И так мы вяжем туда-сюда поворотными рядами. Крайние петли хорошо подтягивайте, чтобы они у вас не растягивались. Сейчас я вам покажу, что должно получиться на спинке, какая планка выйдет. И также покажу, как провязывать эти петли с другой стороны. Итак, вот что у меня получилось. Смотрите, вот планка спереди пошла, продолжается на спинке. То есть вот он, плечевой шов. И вот так вот выглядит моя планка на спинке. С изнаночной стороны здесь вот такая вот косичка, как будто шовчик. Вот, а с лицевой стороны получается вот так. Смотрите, вот здесь могут так вот сквозь петельку проглядывать узелочек, который мы с вами затягиваем. Вы тогда вот эту вот петельку просто вот подхватываете за обе дольки и так слегка потяните. Вот, эта косичка станет поровнее. Итак, я дошла до центра спинки. Вот у меня как раз центральная петля. И сейчас перехожу на другую сторону. Покажу вам, как провязывается планка с этой стороны. И здесь по центру, когда у нас планочки встретятся, мы возьмем иголку и сошьем вот эти петельки между собой трикотажным швом. То есть шва у нас не будет видно. Петли планки с этой стороны я надеваю на маркер, а с этой стороны маркер снимаю и петельки сейчас переодену на спицу. Так, точно так же рабочая нить у меня выходит из плечевого шва. Здесь я снимаю первую петлю и провязываю планку. Так, повернули вязание, провязываем планку в другую сторону, то есть с изнаночной стороны, и мы будем делать, провязывать 3 петли именно с изнаночной стороны. Если там вот она, эта петля, которую нам сейчас нужно провязать 3 вместе вот с этими 2 петельками, и мы будем с вами вот так провязывать. Если с той стороны мы провязывали изнаночную петлю, с этой стороны мы вяжем лицевую. Точно так же ее снимаем, хорошо затягиваем и вяжем планку с лицевой стороны. Все, вот таким образом планки у нас встречаются, и мы делаем трикотажный шов по центру на спинке. Теперь давайте поговорим о рукавах. Так, сначала как измерить. Смотрите, после того, как мы с вами сделали плечевой шов, мы можем это изделие примерить на себя. То есть мы надеваем его и вот от этой точки измеряем необходимую длину рукава. И смотрите, когда нам известна длина рукава, мы берем с вами спинку изделия и вот здесь вот так вот откладываем необходимую нам длину. То есть мы смотрим, до какого уровня по узорам, да, отсчитываем, сколько, какой длины нам нужно провязать рукав. Все, каких-то дополнительных сложных расчетов в принципе здесь не требуется. На свой рукав я себе намерила 4 узора, то есть выполню в высоту 4 раппорта. Все. По ширине рукава точно так же вы можете взять спинку изделия, приложить к руке и посмотреть, какой ширины вам необходима резинка. Все это уже видно наглядно. Главное, помните о том, что у вас должны быть измерения до ВТО и после ВТО. Если у вас образец не сел, то есть остался прежним, либо какие-то изменения минимальные, тогда можно вот таким образом все это прикладывать. Если, конечно же, очень большая усадка, либо очень сильно ваш образец растянулся, тогда это надо все пересчитывать. Помните об этом. Вот, ну и в общем посмотрели на себе, как это выглядит, посчитали, сколько вам петель необходимо. Далее, после того как вы провязали резинку, прибавили несколько петелек для того, чтобы перейти к узору, и смотрите по количеству петель, сколько узоров у вас здесь входит. Я начала с 2 узоров, и дальше я делаю прибавки. Сейчас покажу рукава. И давайте вот посмотрим на рукавах. Вот видите, моя резиночка. Начала я с 2 раппортов, тут буквально было по 1 петле с каждого края, и равномерно с 2 сторон я делаю прибавки. Чтобы сделать расчет прибавок по рукаву, нам с вами нужно знать ширину рукава вот здесь вот у основания. То есть это в том месте, где у нас будет рукав притачиваться к изделию. Эту ширину вы можете узнать, приложив сантиметр к руке и посмотрев, какой ширины вам рукав необходим, либо взять из своего гардероба какой-то свитер, кофточку, посмотреть, какой ширины там рукав, и если такой же рукав вам будет в этом изделии комфортен, взять ширину рукава по тому изделию. Итак, у нас известно, сколько ширина рукава в начале, известно, сколько петель у нас вот здесь вот, и я здесь не делаю никаких узоров дальше. Видите, у меня просто заполняется здесь лицевой гладью. То есть, где расширяется рукав, у меня просто идет лицевая гладь. Это все равно будет внизу рукава и, в принципе, будет, можно сказать, не видно. То есть мы с вами вычислили. Например, вот у меня ширина рукава должна быть на выходе 40 сантиметров. Я измерила, сколько у меня будет 2 раппорта. И вот здесь вот я по плотности вязания лицевой гладью прибавляю недостающие петли. То есть я делаю расчет, сколько у меня должно быть петель, когда я закончу вязать рукава. И вот эту вот разницу, не забываем, что мы прибавляем с 2 сторон, мы, значит, делим эту разницу на 2. И по рисунку мы с вами снова считаем, значит, здесь 30 рядов, здесь 30 рядов, здесь 30 рядов и так далее. Высчитали, сколько у нас рядов всего будет в рукавах, разделили это количество рядов на количество прибавок, и у нас получится цифра, через какое количество рядов нам нужно делать с вами прибавки. Например, я свои прибавки делаю в каждом шестом ряду. Вот так я резиночками обозначаю прибавки. Так легче считать, когда вы уже установили резиночку, вы точно знаете, что прибавка сделана. И от этой прибавки следующие 6 рядов отсчитать намного легче, чем если бы это держать все в голове. И от меня еще для вас такая небольшая рекомендация. Вяжите два рукава сразу вместе. Вы в одном и том же ряду будете делать одинаковые, значит, провязывания моментов узора, и в одном и том же ряду будете делать прибавки свои. То есть не надо будет потом вспоминать, что вы делали в этом рукаве, для того, чтобы перенести то же самое на второй рукав. Для того, чтобы связать два рукава, понадобится либо два моточка пряжи, если у вас моточная пряжа. У меня была пряжа на бобине, вы помните, наверное, да? Что я для этого сделала? Я при помощи моталки перемотала свою пряжу вот в такой вот клубочек. И у меня теперь есть возможность взять нитку из серединки клубка и ниточку снаружи клубка. То есть одна нитка у меня вяжется один рукав, от второй нитки у меня вяжется второй рукав. Надеюсь, что все я объяснила понятно, и моя рекомендация вам пригодится. Используйте и вяжите рукава вместе. На мой взгляд, так вязать быстрее. Итак, рукава мои готовы. И, девочки, вы только посмотрите на это чудо. То есть я сейчас провязала ровно столько, сколько мне было необходимо. Это у меня тут маркер, который скреплял рукава между собой, чтобы я не запуталась, в какую сторону вяжу. Вот у меня провязаны все ряды, которые я задумала по расчетам по своим. И посмотрите, это все, что у меня осталось. То есть у меня в данный момент не хватает вот этой ниточки для того, чтобы закрыть рукава. Поэтому я сейчас беру крючок. Вот у меня ниточка выходит в каждом рукаве справа. Я закрывать буду с этой стороны. То есть я крючком сейчас все петельки закрою и вот этой ниточкой стяну. С этой стороны точно так же. Помните, да, я вам показывала, что я вязала от одного клубка, из серединки и снаружи клубка, и вот я встретилась посередине. Специально тут завязала узелочек, чтобы вычислить, хватит мне закрыть петли или нет. Ну нет, не хватает. Вот, поэтому я сейчас буду закрывать крючком. И да, последний ряд, если вдруг у кого-то когда-то будет такая же ситуация, последний ряд я провязала специально послабже, чтобы, когда мы закроем крючком, у нас петельки не стянулись. Резиночки я вам тоже уже показывала, то есть я вижу в таком виде все свои прибавки, когда у меня прибавлено, от какого ряда мне сколько отсчитать необходимо. Это очень удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Да, 18 прибавок у меня сделано. И коротко я вам покажу, как я делаю такое закрытие. То есть мы вот так вот протягиваем петельку за петелькой друг к дружку при помощи крючка. И вот такое вот закрытие у меня получается. То есть все аккуратно. Главное здесь смотрите, чтобы вы не стянули полотно. И после того, как я закрою петли рукавов, я иду делать ВТО. То есть я стираю все детали до того, как буду их сшивать, для того, чтобы потом у нас не получилось каких-нибудь стянутых швов. В общем, все это сейчас постираю, разложу, красиво высушу и буду делать сборку. Смотрите, я сшивать буду хвостиком нити, который я оставила еще при наборе. Если у вас такого хвостика нет, можно, конечно же, начинать сшивание от новой нитки, но я вам рекомендую оставлять именно хвостик нити для того, чтобы хотя бы начать сшивание изделия. Тогда вам вот здесь не придется заправлять хвостики и не будет никаких узлов. Итак, смотрите. Нам понадобятся вот эти кромочные петли, то есть вот эта косичка кромочных петель с двух сторон. Вот она у нас с этой стороны. Я располагаю изделия изнанкой друг к другу, то есть у меня лицевые стороны наружу. Мне так удобнее, потому что я сразу же вижу результат. То есть если вы хотите сшивать наоборот, то тогда у вас просто ход нитки будет немножко в другую сторону. Итак, давайте начнем. Вот у меня выходит хвостик нити с одной стороны. Я нахожу на второй стороне крайнюю кромочную петлю. Вот она. И вхожу в нее, видите, с лицевой стороны. Вот, зашла в первую петлю. И мне нужно тут же выйти обратно из следующей кромочной петли. Мы захватываем сразу две дольки вот этой вот петельки. Все. Прошиваем. Делаем стежок. Теперь мы смотрим на второй стороне. Вот я ищу кромочную петлю первую. То есть я захожу здесь. С лицевой стороны, да, видите, и мне надо подхватить все ниточки этой петли и выхожу из следующей. Вот, вывели иголку, точно так же делаем стежок, подтягиваем здесь ниточки, чтобы у нас ничего нигде не болталось. Дальше смотрите. Вот мы заходили в первую петлю, из второй мы вышли. Мы теперь заходим во вторую петлю и выводим иглу через третью петлю. То есть нам нужны вот эти вот перемычки между кромочными петлями. В принципе, у нас сшивание проходит вот за эти вот дольки. Сделали стежок, подтянули ниточку. Со второй стороны точно так же. Вот из этой петельки мы выходили, и иголку мы заводим с лицевой стороны. И выныриваем из следующей петельки. Так. Точно так же здесь. Зашли в ту петельку, из которой уже выходила ниточка. И вышли из следующей. Вот таким образом мы сшиваем изделие. Главное, смотрите, чтобы иголка у вас заходила именно вот в эти две кромочные петельки. Никакие рядом петельки у вас не захватывались. Вот за этим надо следить. Сейчас я немножко прошью и покажу вам, какой здесь шов получается. Ну вот, смотрите, я прошила уже несколько стежков на лицевой стороне. И, как вы видите, вот так вот красиво смотрится шовчик. Вот. Ни на резинке его не видно, ни на лицевой стороне. Все ровненько и красиво выглядит. И с изнаночной стороны вот такая вот получается косичка здесь двойная. Итак, девчонки, я закончила вязать свой пуловер, померила уже его, конечно же, мне необыкновенно понравилось то, что у меня получилось, но я смотрю, видео затянулось, поэтому давайте уже я спокойно сделаю какие-то фотографии, в следующем видео покажу их, и мы с вами еще сделаем все измерения, какие параметры у меня получились, и ну, еще что-то расскажу вам о этой модели. Так что ждите еще одно видео про эту модель.